Приветствую всех на своем канале. Мы говорим о биполярном расстройстве личности. Я уже говорила много раз. Если кто-то смотрит меня, психиатр, не судите строго, без обид. Просто очень тема интересна. Как я уже говорю, наверное, в прошлых жизнях я была психиатром. Мне вот прям вот интересно так это все. Чтобы говорить о биполярном расстройстве, понимать суть, разбираться в этом, нужно поговорить о гипомании и о депрессии. Вот сейчас в первом видео я поговорю о гипомании, прочитаю немножечко, приведу примеры, а в следующее про депрессии. Так, первый признак – эйфория у человека. Но эйфория может у каждого быть, сразу тут поясню. Здесь уже такая эйфория, она, знаете, день длится, два, неделю, месяц. Все, в эйфории человек находится. Так, завышенная оценка своих возможностей. То есть человек может возомнить себя, что он управляет миром, что он от него все зависит, то, что он все события на Земле зависят только от него одного. Он правитель всемирный. Сниженная потребность во сне. Человек может спать вообще. Давайте сразу буду пояснять. По 2-3 часа и высыпаться. Просто нет у него потребности во сне. Он находится постоянно в эйфории. Так, дальше. Естественно, прилив энергии и сил. Раз человек находится в эйфории. В такой прям вот он... Вообще, как... Еще продолжительный период времени, естественно, будет прилив сил. Бурная, хаотичная деятельность, импульсивные и резкие движения. Он будет прямо летать, метаться, быстренько так вот все делать. Там тут, везде. Резко. Все так. Грубо. Поток быстро сменяющихся идей. То есть у него идут идеи одна за одной. Он то об одном подумал, о втором, о третьем, о четвертом, о пятом. Все, у него прям вот поток идей. Бредовые мысли, бред величия. Ну вот бред величия, это вот, допустим, да, как я вам говорила, человек думает, что он управляет миром, вселенной. Он такой, значит, верховный такой главнокомандующий по всей вселенной. Отсутствие критики к своему состоянию. Человек не может адекватно осознавать, что он болен. То есть, что у него вот эта эйфория, что вот он не спит, у него вот этот такой излишний прилив сил, куча-куча идей, что он, в общем, владеет всем миром, управляет всем миром.